Финалистки конкурса «Мисс Тверь 2021 пригласили зрителей в путешествие на круизном лайнере. Сюжетная линия гала-шоу главного городского конкурса красоты пришлась по вкусу многим гостям. В этом году за корону боролись 15 девушек в возрасте от 16 до 20 лет. И, как всегда, организатором конкурса выступило модельное агентство New Fashion Look. В этом году подготовка шла немного подольше, чем обычно. У нас было много выездов и мероприятий, интересных событий. Мы это сегодня все покажем на экране. Этот год у нас состав сильный. Очень много девочек именно с модельной внешностью. Да, я думаю, что мы контрактов сможем заключить много и хороших. Шоу «Мисс Тверь» отличилось разнообразием модных выходов. Девушки представили аксессуары от торжокских золотошвей, а также новую весенне-летнюю коллекцию льняной одежды бренда «Тизетта». Меховые тренды зрители оценили во время дефиле в шубах от зверхозяйства «Мирмирины». Ярким моментом, конечно, стал выход в купальниках. А свои таланты девушки раскрыли во время творческого конкурса. Помимо вокала и хореографии, участницы проявили себя в художественном искусстве, музицировании, спорте, конкуре и даже дизайне, представив одежду из газет. С не меньшим успехом девушки отвечали на вопросы жюри. В судейский состав вошли организаторы и партнеры конкурса, а также представители федеральных модельных агентств и конкурса «Мисс Россия». Девчонки действительно очень достойны. Есть несколько девушек, которые заинтересовали, поэтому очень надеюсь, что поеду к нам на кастинг. Помимо внешних данных, конечно, как бы банально это ни звучало, очень важна харизма. Как девушка себя преподносит, потому что мы живем в современном мире, где достаточно большое количество очень красивых девушек, поэтому то, как она себя несет, играет очень большую роль. И для нас, для конкурса «Мисс Россия» это является, наверное, наиважнейшей частью. Самым элегантным стал финальный выход девушек в вечерних платьях от студии проката New Fashion Look. Каждая участница получила разнообразные подарки от партнеров конкурса, в том числе и от Твериград.ру. По итогам голосования на главном информационном портале региона победила Мария Сидорова. Было очень волнительно выходить на сцену, так как это мой первый опыт перед большой публикой на сцене. Хоть я и танцор, но я выходила, то есть, с коллективом. Для себя и для своих родственников я всегда буду самая первая. А титул «Мисс Тверь 2021 получила 18-летняя студентка Российского государственного университета дружбы народов Наталья Павлова. Для девушки это уже не первый опыт участия в конкурсе. 2 года назад она также была в финале. Тот конкурс как бы не принес больших плодов мне. Я там выиграла 2 титула «Мисс Нью Фэшн Лук» и «Мисс Торжокский Золотошвей». После этого я продолжала активно работать в модельном агентстве. Первый раз спустя полгода прилетела в Китай. После этого активно работала в Москве, в Твери. И в этот раз я решила пойти на конкурс, чтобы осуществить, скажем так, свою цель, свою мечту. Когда ты об этом мечтаешь, это одни эмоции. Когда это происходит в реальности, совершенно по-другому. Даже вот трудно передать. Первое, наверное, впечатление, то, что ты не веришь, что это произошло. Обладательница главной короны отметила, что сейчас для нее в приоритете модельный бизнес. Поэтому девушка планирует активно работать с модными брендами и проявлять себя в конкурсах. Победительницу пригласили на кастинг «Мисс Россия», где Наталья Павлова будет представлять Тверь на федеральном уровне.